Привет всем любителям мототехники! Ну, как вы уже заметили, за мной тот же альпийский фон, те же самые классные мотоциклы, я в той же самой рубашке клетчатой, а значит мы продолжаем разговор о скалорайдере Pactolk. Поехали! В прошлом видео я рассказывал, что Pactolk можно подключить при помощи специального приложения к вашему смартфону. Это очень удобно, так как при помощи смартфона, не снимая гарнитуру со шлема, вы можете работать с ее настройками, менять, подключать, добавлять людей, ну, в принципе, полностью работать с гарнитурой. Поэтому давайте попробуем подключить смартфон и посмотрим, какие же функции можно менять при помощи этого приложения. Ну и начнем, пожалуй, с самой главной функции. Это включение и выключение гарнитуры. Pactolk включается одной кнопкой. Держим. Заморгала синяя лампочка. Значит, гарнитура включена. Чтобы выключить ее, производим то же самое действие. Заморгала красная. Все, гарнитура выключена. Просто. Давайте рассмотрим, как подключить Pactolk к телефону. Для начала ее нужно просто включить. На вашем смартфоне включаем режим Bluetooth и находим нашу гарнитуру. Но может сразу это не получиться, так как на гарнитуре нужно будет включить режим поиска. Нажать клавишу и подержать включение-выключение. Как вы видите на видео, начал моргать диод красным-желтым, значит, идет режим поиска. Находим название нашей гарнитуры, у нас она называется Pactolk, мы не меняли его название, хотя вы можете вписать потом свое. Все, соединяем. Как мы уже говорили, у Pactolk есть очень интересная функция, но чтобы она работала, вам нужно скачать специальное приложение. Открываете приложение на своем, скачиваете это приложение, открываете приложение на своем смартфоне, заходите в него и коннектитесь с гарнитурой. Сейчас это все у нас происходит прямо перед вами. Вот гарнитура, так скажем, нашла наше приложение, либо приложение нашло нашу гарнитуру. И теперь мы можем работать с гарнитурой при помощи нашего приложения. То есть, если вы обратите внимание, мы можем настраивать радио, настраивать громкость, полностью настраивать все функции нашей гарнитуры. И это все происходит, не снимая гарнитуры со шлема. Сидя на мотоцикле, вы можете все это производить, подключать гарнитуру к другим системам. И все это достаточно сделать благодаря вот этой умной, интересной программе, вернее, приложению. В следующих видео мы продолжим рассматривать гарнитуру Pactolk, рассмотрим ее очередные функции. Ну а вам, если интересно, ставьте пальцы вверх, пишите, что бы вы хотели, про что бы, вернее, вы бы хотели, чтобы мы рассказали. Всем спасибо, пока!